Всем привет! Вы на канале Игрок, и сегодня мы с моим другом Макаром играем в поле чудес. Заходим. Секунду, я помогаю тут Макару, и вот. Так, ну да. Секунду, подожди, пока постой. Добрый вечер, дамы и господа! Тройка игроков в студию! Вот задание на первый раунд! Ева, мое почтение! Прощайте, пожалуйста, барабан! Сергеевич Пушкин помог найти невесту. Кто там, ветер, да, или кто? Если бы у вас были очки, ветер. Они бы удвоились. Буква... Я думаю, ветер, давайте буква... посмотрим. А потом Макару поможем. Подожди, пока. Ой! Нет такой буквы! Амир, приветствую! Крутите барабан! Сейчас. Так. Короче, пока перебираюсь. 300 очков, буква. Буква В. Потрясающе! Откройте букву В. Значит, я думаю, что будет точно ветер. Да, сейчас посмотрим. Амир, будете вращать барабан или назовете слово сразу? Сейчас повращаем, посмотрим, что нам выпадет. И потом мы уже... 850 очков! Я думаю, что мы их сейчас заберем. Ну, в смысле, в свою буква копилку положим. Ну вот. Откройте букву! Да, 850 очков в нашем. Как звали самого старшего брата Амир, Иванушки из конька горбунка? Прощайте, пожалуйста, барабан. Так, надеюсь, что что-то будет большое. 250 очков, буква. Ну и эти. Эти тоже сейчас заберем. Да ладно. Откройте букву. И сейчас нам должны дать выбрать шкатулку, потому что мы отгадали три буквы подряд. Вы отгадали три буквы подряд. Шкатулки в студию. Выбирайте шкатулку. Левая или правая? Точно. Вот эта шкатулка у нас с вами с деньгами. Шкатулка с деньгами. Поздравляю. Амир, прошу вас, вращайте барабан. Так, последний раз вращаем барабан, потому что мы последний. Сейчас 400 очков. Очков. Называйте букву. Так, оп. Буква Р. Готово, сейчас есть он нам буква скажет, что мы с вами выиграли и проходим во второй раунд. И у нас есть победитель. Так, играем со второй, раунд. Смотрим рекламную паузу с вами.
согласно источнику Википедии, у него три сына. Старший Данила умный, средний Гаврила и так, и сяк, а младший... И мы с вами тоже поехали смотреть. Добрый вечер, дамы и господа. Был второй раунд мы с вами проходили. Вот задание на второй раунд. Юлия, здравствуйте. Будете вращать барабан или назовете слово сразу? Семьсот очков. Буква? Буква К. Браво! Откройте букву К. Юлия, будете вращать барабан или назовете слово? Шестьсот очков. Буква? Буква С. Ой. Такой буквы нет. Карина, добрый вечер. Вращайте, пожалуйста, барабан. Триста пятьдесят очков. Буква? Буква А. Да ладно. Откройте букву А. Карина, будете вращать барабан или назовете слово сразу? Четыреста пятьдесят очков. Буква? Буква В. Такой буквы нет. Амир, вот и до вас дошел ход. Крутите барабан. Амир, будете вращать барабан или назовете слово сразу? Пятьсот очков. Буква? Буква Р. Здорово! Откройте букву Р. Амир, прошу вас, вращайте барабан. Сектор ключ на барабане. Если угадаете правильный ключ, то покинете игру на новом автомобиле. Или можете отказаться и назвать букву. Ключ. Теперь с той стороны, пожалуйста. Шесть ключей. Один от автомобиля. Выбирайте.
еще один ключ за просмотр видеорекламы. Согласны? А уже есть. Стоп. Нет. Нет. 500 очков! Буква! Левая или правая? Увы, шкатулка пустая. Трактор. Нам нужно О найти. Буква О. И мы, я думаю, сейчас пройдем во третий раунд поля чудес. Сейчас откроет нам буковку. И у нас есть победитель. Вы отгадали три буквы подряд. И нам сейчас дадут выбрать шкатулку. Я надеюсь, мы выберем шкатулку, которая... Выбирайте шкатулку! Левая или правая? Деньгами. Нет, нам не повезло. Увы, шкатулка пустая. Но мы все равно выиграли, и третий раунд мы с вами проходим. Рекламная пауза. Третий раунд мы с вами сейчас пройдем. Только посмотрим небольшую рекламу. И пройдем сразу же. Оп. Так, следующее сейчас мы... Добрый вечер, дамы и господа! Опять у нас здоровается. Тройка игроков. Улезает тройка. Сейчас тройка выйдет сюда. И нам... Вот задание на третий раунд. Третий раунд дадут задание. Амир, приветствую! Крутите барабан! У меня для вас подарок. Так, мы подарили нашему ведущему. Ничего себе! Это что? Спасибо! И мы сейчас сразу можем набрать. Что? Какая буква? Откройте! Ну сейчас, это ж пока не наш ход. Чё? А, Б, В, Г, Д. Я, наверное. Не знаю. Да, и мы отгадали. Правильный ответ. Слово. Вы отгадали слово. Еще раз мы с вами смотрим рекламу. А Макар пока там звонит. Так, следующее. Добро пожаловать! Мы с вами вышли в финал, и сейчас финальный вопрос. Внимание! Вопрос! Какое время? Амир, добрый вечер! Вращайте, пожалуйста, барабан! Я хочу вам кое-что подарить. Подарок в студию. Чего? Я в шоке! Благодарю! Сейчас рекламу просто посмотришь. Так, я знаю ответ на наш финальный вопрос. 700 очков! Буква
Я думаю, будет буква М. Буква М. Здорово! Мы не будем называть сразу слово, а лучше просто позарабатываем себе очки. 700 очков у нас с вами. Амир, будете вращать барабан? Или назовете слово сразу? Как называется новогодняя шипочка? Крутите барабан. Нет. Очков! Буква! Как называются новогодние шапочки, сделанные из цветной бумаги? Да ты чё мне... Ты меня не понимаешь или что? Буква А. Гениально! Амир, вращайте, пожалуйста, барабан. А у нас еще и сейчас попробуем. 500 очков, буква. Буква L. Есть такая буква. Я думаю, откройте букву L. Это супер. Вы отгадали три буквы подряд. Шкатулки в студию. Сейчас нам выбирают. Дадут выбирайте шкатулку. Сейчас мы... Левая или правая? Я думаю, выберем давайте вот эту. Она опять пустая. Надо в следующий раз, когда мы три буквы подряд отгадаем, то выбирать. Амир, крутите барабан! Следующая буква. Я думаю, 150 очков. Я думаю, мы сейчас их в свою копилку положим. Малиновая. Буква Е. Ну и ну! Что? Откройте букву И! Амир, прощайте, пожалуйста, барабан. Очков, буква. Сейчас мы заберем еще эти 350 буква очков. N. Просто отгадаем. Точно. Откройте букву N. Опа, и опять мы отгадали, по-моему. Амир, да. Будете вращать барабан? Или назовете слово сразу? Можно было назвать слово сразу, но мы не будем этого делать, чтобы просто нам подкопить с вами очки. 500 очков, буква. Почему П это вот? Буква мы чуть не проиграли, если бы я не заметил. Открой!
если бы я не заметила, что мы не О, а П с вами. Вы отгадали и опять у нас подряд. Шкатулка. Шкатулки в студию! Выбирайте шкатулку, левая или правая? Убираем эту, и она опять пустая, блин! Увы, они шкатулка как... пустая! Через раз они, или что случилось? Амир, вращайте, пожалуйста, барабан! Ну окей. Сейчас мы быстренько повращаем. Плюс, сектор плюс. Сектор плюс! Открывайте любую букву! Ну и ладно, мы уже вот эту выберем. Откройте! Сейчас. Амир, будете вращать барабан? Или назовете слово сразу? Так. Просто 250. 250 очков, буква. Секунду, мы сейчас с вами все выиграем, отгадаем и... Ну и мы с вами прошли финал. Откройте букву Е! Открываю нашу букву, и мы получаем 250 очков. Все начинает нам отходить. Так, выбирайте призы. Так, давайте читать. Компьютерная мышка 300. Давайте возьмем ее. Лейка. Лейка нам не нужна. Шампунь нам не нужен. Лейка нам не нужна. Шампунь нам не нужен. Корм для кошки нам не нужен. Масленка нам не нужна. Веник нам не нужен. Звезда на елку не нужна. Ножовку тоже. Надо санки не надо, дождик на елку не надо, лопату не надо, вилы не надо, игрушечный поезд, вот клавиатуру бы 1000, гирлянда на елку, топор, набор шаров на елку, утюг, лежанка для кошки, вентилятор. Огнетушитель, заварной чайник нам не нужен. Радиоприемник я выбрала. Нам кучу каких-то призов. Хотите сыграть в суперигру или забрать призы? При проигрыше в суперигре призы сгорают. Я думаю, мы с вами выберем суперигру. Давайте суперигру. Амир, прощайте, пожалуйста, барабан. И, по-моему, такое же. Приз за победу в суперигре – кофемашина! Итак, вопрос для суперигры. А, нет, это не тот вопрос. Какой это? Называйте букву. Так, попробуем букву П с вами. Мимо! Так, почему мимо?
такое чудовище могло броситься, блин? Может букву О попробовать, типа? Нет. Буква О. Мимо! Я не знаю ответ. Давайте пробовать перебирать все. Буква В. Такой буквы нет. Буква А. Такой буквы нет. Почему заново? 2 минуты на ответ. Время пошло. Тихо всем. Что потерялось? У тебя же, наверное, сохранилось, нет? Ой, что это? Да я думаю, там нет. Да что там это было? А как? Так, и дядя, мы подъезжаем. И мы покупаем еду тебе подарок. Я не знаю ответ, поэтому просто нас истекает эта минута. И все. И пофиг нам, что у нас с вами сгорели эти призы. Я не знаю ответ на этот вопрос совсем. Потихоньку у нас подходит время к концу. Осталось у нас 30 секунд. Даже немного уже меньше. Через 20 секунд у нас с вами истечет время. Осталось у нас с вами всего-навсего 4 секунды. И мы с вами не успеем, потому что я даже не знаю. К сожалению, вы проиграли. Ваши призы сгорают. Давайте посмотрим на правильный ответ. До новых встреч! Сфинкс, я же думала, блин. Окей, ладно. Что делать нам? Я предлагаю снимать заново. Что делать еще? Нет, я... Добрый вечер, дамы и господа! Я игру не закончила. Тройка игроков в студию! Вот задание на первый раунд. Мария, добрый вечер! Вращайте, пожалуйста, барабан. Как зовут сказочного человечка с пропеллером на спине? Я думаю, все уже нас догадались. Очков. Буква? Буква Е. Нет, ой, неправильно. Такой буквы нет. Звезда моя, здравствуйте. Вращайте, пожалуйста, барабан. Повращают барабаны, что-то там поделают. 600 очков! Буква! А мы просто... Буква В. Ну и ну! Нет такой буквы! Всё, сейчас наша очередь. Ну, наконец-то! Вращайте, пожалуйста, барабан. Не будем дарить подарок нашему ведущему, потому что у нас просто не хватает на него денег. 850 очков! Сейчас 850 очков, а мы выберем с вами букву. Какую же мы с вами букву выберем? Вот
это буква К. Я приняла решение. Браво! Откройте букву К. Ну сразу 850 очков. Амир, будете вращать барабан или назовете слово сразу? Ка-ка-ка-ка-ка. 750 очков. Мы просто выкручиваем очень большие цифры. К. Я думаю, А будет сейчас. Точно! Откройте букву А. Амир, прошу вас, вращайте барабан. Так, еще 250. 250 очков. Ну, ничего, буква. Мы быстренько сейчас их... Опа. Буква Р. Ну и ну. Мы три буквы подряд отгадали, и сейчас нам должны дать... Вы отгадали три буквы подряд. Шкатулки в студию. Выбирайте шкатулку, левая или правая. Блин, опять мы с вами со шкатулками, мы опять с вами промахнулись. Амир, вращайте, пожалуйста, барабан.